Алла Борисовна редко выходит на связь в соцсетях, но сегодня она решила сделать исключение и посвятить пост своему давнему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву. Сегодня Игорю исполняется 55 лет, и в честь этого знаменательного события Алла Пугачева обратилась к нему с теплыми словами: «Друг мой, с днем рождения, спасибо за верность», лаконично отметила исполнительница в личном блоге. Что касается дизайнера, он очень любит, уважает Примадонну и всегда ее поддерживает. Недавно Игорь Геннадьевич призвал общественность не осуждать артистку, которая уехала из России, поскольку, по его мнению, она в свое время внесла огромный вклад в развитие страны. Алла Пугачева – легенда нашей страны. Не обижайте Аллу Борисовну. Это неправильно. Когда произносит слово «Советский Союз», для меня это Пугачева. Я безгранично ее уважаю и люблю. Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью. «Мы должны любить людей и уважать», – делился он.